Тём, с победой. 30-й тур и первый гол в этом сезоне. Почему так долго ждал? Я никогда не был игроком забивного типа, но я очень рад, что ушел после этого сезона не 0 плюс 0, а есть 1. Я очень этому рад. И я очень хотел, чтобы искренне переживал за Глушенкова, что он сделает свой хотя бы один ассист, чтобы сравняться. И я очень рад, что так получилось. Сегодня были моменты, где Глушенков хорошо отдавал, но никак не получалось забить людям, кому он отдавал. И вообще обсуждали эту тему перед игрой, что нужно обязательно Максу сделать пару голевых? Ну так, не сказать, что всерьез обсуждали, но, конечно, так застряли на тренировку, чуть этого внимания, потому что всем, мне кажется, хотелось, чтобы он побил, потому что он этого заслуживает, он большой игрок. Он стоял спиной к тебе, пас пяткой, ожидал? От него я ожидать можно все, что угодно, это очень разносторонний футболист, не очень... Я понимал то, что если я побегу, он отдаст, он видит все. Бил ты прицельно, забил, но про празднование расскажи с Бариновым. Да не знаю, что-то подбежал ко мне, говорит, давай. Говорю, да нет, хватит этой фигней заниматься. Ладно. Капитан не отказал. Что в раздевалке происходило после игры? Какие-то итоги, может быть? Итоги по чемпионату. То, что надо стремиться всегда идти выше. То, что могли где-то добрать пару очков, чтобы занять место выше. Но все сделаем в следующем сезоне, постараемся. В целом, как оценишь сезон этот, лично ты? Не знаю как. Четвертое место. Могли быть выше. Могли быть ниже. Наверное, плюс-минус так же. Сегодня Балтике нужно было только побеждать, чтобы не вылететь. Это чувствовалось на поле по их настрою? Да это мы, в принципе, и перед игрой понимали, то, что им нужна только победа. И я думаю, последние минуты, вот в 70-е, они начали играть быстрее, активнее, упростили игру. Это было понятно, то, что им надо забить было 2 гола. Что скажешь болельщикам? Поддерживали команду все 30 матчей в РПЛ, в Кубке? Очень было приятно сегодня играть, потому что большой стадион. Я еще когда не вышел на поле, я слышал, как они гудели, не только там наши. И из Калининграда болельщики большие молодцы. Ну и нашим большое спасибо, что пришло не так мало людей. Было слышно, видно. Спасибо большое.